та жизнь, не один десяток лет. Но как нам близко то, что уже в прошлом. Дай Бог вам ветераны долгих лет. И с ней нет победы, чем ваша. Нет в мире дороже до лучших побед. Ценнее нет доступных, мудрее нет звезды, чем то, что вы дали потомку в победу. Дорогие ветераны, дорогие гости, участники фестиваля и гостеприимные хозяева, мы рады приветствовать вас всех на концерте первого этапа фестиваля художественного творчества в честь 55-летия годовщины Победы, проходящего по девизам «Победа сердца поколения». Сегодня у нас на фестивале Крохин Александр Николаевич, летчик-инструктор, мастер спорта по плаванию, по плавательному спорту. Председатель общественного совета Мария, дочь героя России Бухарева Виктора Яковлевича. Бухаровского Наталья Викторовна, депутат Совета депутатов муниципального округа. Копеева Елена Олеговна, депутат Совета депутатов муниципального округа. Илларионов Сергей Александрович, директор КГУ детской школы искусств имени Кузнецова. Завялик Иван Иванович, заместитель председателя районного совета депутатов Кузнецкого района. Речкина Нина Степановна, заместитель председателя районного совета ветеранов Кузнецкого района. Представляется Канукова Дениса Михайловича, главе управы Республики района. Здравствуйте, уважаемые ветераны, жители, дети. Сегодня замечательный день, мне так радостно, и что у нас так много, что это патриотическое мероприятие. Действительно, участвует такое большое количество людей, много неравнодушных. Я знаю, что во всех школах, во всех первичных организациях ведется колоссальная работа тема патриотического воспитания. Здесь вот наше будущее, то есть следующее выстроилось. Вот еще, наверное, не совсем осознают свою миссию и задачу, но хочется им пожелать в жизни больших-больших успехов, чтобы все позитивные, замечательные идеи всегда воплощались в жизнь с мирным небом над головой. И мы знаем, что мы будем передавать вот истории наших ветеранов, истории наших воинов из уст в уста дальше, чтобы стороны всегда знали, что наша земля, наши семьи, наши люди всегда будут под защитой, а с другой стороны, чтобы они жили и берегли вот это мирное, чистое. Всем участникам фестиваля большой привет, вам низкий поклон за организацию, за участие, вот. Ну и в добрый путь.